Всем привет! В этом видео вам расскажу, как зарабатывать в Володах онлайн на Нити Судьбы. На фришке я не знаю, как будет актуально это или нет. Расскажу все возможные способы, как вообще заработать. Может быть, в этом видео не все способы я вам расскажу, но основные все-таки вам покажу и расскажу. Первое — это у нас квест «Дня без подвига». Выполняется он 5 раз. После того мы получаем 10k голд. Каждое задание, каждый день меняется. То есть нужно убить там или 30 элементарий, или там, не знаю, выиграть случайно сражение на батлграундах. Следующее — это у нас лабиринт. Проходит он 3 раза в неделю. За каждое одно посещение можно заработать 10k голд. Каждый раз по-разному, но где-то вот так. И за 3, ну, в итоге посещения можно где-то 30k голд, соответственно, заработать. Может даже и больше, если вам повезет. Следующее — это у нас случайное сражение. Посещая хутор, ведьмин яр и другие сражения, можно заработать отметки о достижениях в районе 300 штук. За них-то и можно купить символ золота, который стоит 950 золота. Один символ стоит 200 крупиц, то есть этих эмблем противостояния. Следующий способ фарма — это астральная охота. За каждого убитого демона есть шанс, то, что выпадет чистый эфирит. Если вы фармите в пати 6 человек, вы можете неплохо так заработать. Если каждому выпадет по 20 штук, это уже где-то в районе 100 штук вы заработаете. И когда вы нафармите его, вам надо отправиться в торговый пост и сдать чистый эфирит. Только главное, посмотрите курс. Если там курс где-то уже максимальный, 422 золота, то да, уже отправляйтесь туда и сдавайте его. Где-то вы заработаете в районе 100 голд. Следующий способ фарма — это царство стихий. Когда вы подходите к НПСу, вы видите, что у него можно купить символ золота. За каждый символ где-то можно заработать 900 золота. Также на этой локации можно выполнить квесты. За каждый квест вы можете заработать реликвии царства стихий. За них-то и вы можете купить символ золота. Также падает с мобов. Следующая — это пещера Тыкарика на острове Откровений. Когда мы в нее попадаем, мы видим НПС, у которого можно взять 2 квеста. После того, когда мы выполним 10 испытаний, мы получаем искры демона за эти 2 квеста. После того, когда выполним, вызываем слугу Нихаза, у него можно купить соответствующие товары, в том числе и символ золота, который стоит 20 искр демона. Следующий способ — это у нас юбилейные монеты. Подходя к модельеру, мы видим, что можно купить разные костюмы за разные юбилейные монеты. Эти костюмы также мы можем продать на аукцион или продать человеку, который хочет какой-то костюм. Я надеюсь, вам помогло это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Буду делать еще подобные гайды. Всем до скорого, до встречи, пока.